Секция «Межфазные переходы» во вкладке «Общие звуки». Она нужна для того, чтобы настраивать звук межфазных переходов, то есть особый звук, который вы слышите в начале каждой дыхательной фазы. Он информирует вас, что новая фаза уже началась. И здесь мы можем регулировать громкость межфазных переходов, то есть это относительно других звуков тренировки, и дальше здесь мы можем ее, конечно, выключить. И следующая опция – это стиль межфазных переходов, где мы можем прослушать и выбрать другой стиль межфазных переходов. И также, нажав кнопку «плюс», можем скачать или создать новый. И еще одна опция – это разная высота звука. Если она включена, тогда происходит следующее. Позвольте мне показать вам картинку. Это график высоты звука в разных дыхательных фазах. Допустим, межфазный переход для фазы вдох будет с нормальной высотой звука. Для задержки на вдохе будет высота звука повыше. Для выдоха ниже. И самая низкая для задержки на выдохе. Это позволит вам на слух ориентироваться во время тренировки. Вы будете прямо чувствовать, какая сейчас фаза, без необходимости смотреть на экран. У меня все, а вам звучащих тренировок!